Тирасполе отмечают столетие заслуженного строителя Молдавской ССР, героя социалистического труда Игната Дьяченко. Завтра на центральной аллее сквера Деволана пройдет церемония возложения цветов к бюсту почетного гражданина Тирасполя. Мы приглашаем в это мероприятие горожан принять участие. Потом будет торжественное мероприятие в строительном лицее и, собственно, на могиле Игната Дмитриевича Дьяченко. Игнат Дьяченко в советское время создал один из самых передовых коллективов строителей. Занимался возведением таких предприятий, как «Молдавизолит», «Автополив», «Металлолитография», а также консервных заводов в Каменке и Григориополе. Особое место в строительной биографии Игната Дьяченко занимает работа над «Мемориалом славы».